Всем привет, у микрофона Ромлеры, и начинаем наконец просматривать матчи Uncharted 3. Долго у меня не получалось никак найти для этого времени, и единственный пока что матч, который мне удалось скачать, потому что все остальные, которые вы присылали, к сожалению, из-за обновлений полетели неизвестно куда, то есть их невозможно скачать вообще. Поэтому, к сожалению, такая ситуация, что единственный матч, который мне удалось скачать, это вот этот матч от игрока под ником Демония на карте Йемен. А командная цепь, или командная цель, вот. Ну, давайте взглянем. Я правильно понимаю, что это наш... Да, что это тот самый игрок, который прислал матч. А значит... За ним мы и будем следить всю игру, за его действиями. Командная цель, режим довольно неплохой. Это сборник всех тех режимов, которые были в Uncharted 2, кроме Deathmatch и еще некоторых, но которые тогда были отдельно, поодиночке. Сейчас же их соединили в один, где много различных. Как видите... Пока что очень удачно идет. И хоть, как я понимаю, команда не так успешно действует, все равно хоть что-то да может и получится у игроков. По крайней мере, разбирается он со всеми очень даже весело. И пока ни разу не был убит. Вот, еще удается одного ему записать на свой счет. Ну вот здесь мы можем видеть, как все-таки стал это необходим для хорошей игры в третьей части случайный огонь. То есть не прицельно, а именно непонятно куда. Здесь, конечно, это все-таки не так выражено. Но вот опять же, смотрите, стреляем и не целясь. И в принципе можем выиграть. Отлично, сравнялись команды. Пока что идет цепная реакция. Это режим, где нужно поочередно занимать 5 территорий. Например, вы заняли одну первую территорию, потом нужно вторую занять. И так, пока вы не займете пятую, все 5 по очереди. Там будет двойное, как я... Да, граната. Сразу 2 человека. Но тут вдруг его убила граната, видимо, которую он хотел... которую он пытался убрать с территории, которую взял в руки. Цепная реакция пока не очень идет у всех, как видите. И здесь какие-то глюки в видеофайлах все равно. Не то, что скачать, не то, что, конечно, скачать невозможно, но все равно смешно выглядит такое, что ты сначала... Ух ты, смотрите, двоих и третьего сейчас. Вот это азарт, действительно. Но опять же, гранаты. Он пытается убирать гранаты, хотя, мне кажется, легче от них отпрыгивать, убегать как-то. Но, тем не менее, опять же, возможно, в той ситуации он посчитал так правильно поступить. И так будет правильно. Но пока что не могу сказать, что этот режим достоин особого внимания, но, в принципе, сыграть пару раз можно. Сколько раз дробовиком пришлось ему повыстреливать, чтобы, наконец, хоть... это дало какие-то плоды, но зато... здесь гораздо быстрее ему это удалось. Опять же, гранаты, он зачем-то встал, видимо, думал, что все обойдется. Но это еще везение. Так, не ожидал, что свои будут. Итак, они уже дошли, получается, до пятой территории. Если ему удастся выжить, нет, ему не удалось. А значит... Снова придется начинать сначала команде, в которой он играет. Так, четвертую территорию занимают уже не те. А значит, нужно снова перезанимать третью, на которую уже наверняка лезут враги. Ну вот, он занимал уже 5 территорий, получил медаль экспансионист. А также они выигрывают первый раунд. Теперь же нужно все время держать кому-то сокровище у себя.
как я понимаю, у себя взять надо прямо в руки, кому-то держать, все время с ним ходить. И пока ты это время проводишь, набирать очки. Или нет? Надо бы вот в этом... Вот это получше понять, потому что я уже что-то забыл. Так, убили его быстро. Даже по камере не поймешь, где, собственно, чьей жертвой он пал. Так. В PowerPlay очень веселые мелодии все-таки такие. Так, все-таки нет, стандартный вариант сокровища. Ух ты! Молодец, удачное использование отдачи, кажется. Кажется, отдача называется. Решил скрыться, правда, я не пойму, зачем с сокровищем. Молодец, молодец, очень грамотно действует. Теперь, видимо, надеется, что... Да! Потрясающе. Действительно, в третьей части меня очень радует тоже эта способность. Надо же, ему еще и помогли, и он, в принципе, с сокровищем может все это пока пройти, идти. Видимо, ожидает кого-то. Думает, что кто-то за ней все-таки пойдет. И не зря думает, потому что наверняка кто-нибудь догадается пойти за ним. И, собственно, не заставил себя долго ждать. Вот. Но успевает с ним разобраться Хлоя из другой команды. И они все равно пока ведут, так что ему стоит еще откопать сокровища. А там целых двое его поджидают. Первый он убрал. Там аж снова использует отдачу. Видимо, убирает до второго. И даже до него доходит. Дойти умудряется одна из гранат. Но сейчас его тоже встречает Хлоя, который глючит нещадно и как-то убегает. Непонятно. Для меня, как она это делает. Такое ощущение, что игрок движется впереди, чем... Ну, в общем, игра нещадно глючит в видеофайлах, но, тем не менее, игроки другой команды умудрились отнять пальму первенства в этом раунде, а граната добила игрока, матч которого мы смотрим. Очень печальный момент, потому что от азарта, видимо, он... Не до конца осознал, что происходит. Свои подбивают своих же. Уже своих подбивают на бомбах дальнего действия. Зато хотя бы Хлою если сейчас уберут, то в принципе, если он будет держать, то все будет хорошо. Но Хлою, похоже, не убрали. И... А, вот. Вот еще одна проблема. В этой игре вообще не сделаны нормально вот эти захваты. Они очень уж много воздуха обычно между игроком, которого хватают, и который, собственно, является тем, который хватает кого-то. Если вы понимаете, о чем я. То есть уж больно далеко один от другого находится. Зато отомстил он хорошо. Двоим. Молодец. И держит он сокровище. За 10 секунд, конечно, они не выиграют раунд. И он это прекрасно осознает, но хотя бы поражение будет совсем небольшим и не так обидно будет. Да, жаль, всего 9 этих было. Зато теперь поединок, это будет наверняка довольно быстро. Поединок, схватка, и тут всего лишь 15 надо набить. Мне кажется, с его азартом к убийствам он быстро наберет эти 15 со своей командой. Ну, опять же, взял оружие повышенной, как бы, мощности. Шотган. Двойной, как бы. Два патрона сразу можно. И пошел на поиски противников, с которыми мог бы повеселиться и свой шотган применить, собственно. Но пока что-то совсем тихо. Вот мы видим одного игрока. Очень уж он далеко. Во, повезло ему. Взял он и этого убрал. Да еще и медальку взял.
Молодец. И стал 41 уровнем. Молодец, я тоже где-то примерно на этом уровне. Ну, как бы по игре. Живые мишени. Живые мишени, охраняем этого человека. И пытаемся убить человека из другой команды. Как вы понимаете, ему-то удалось, получается, или нет? А, они переходят от одного к другому. Вот один подошел к другому и удалось. Молодец, гуд. Теперь другой к нему, конечно же, полезть. Молодец, УЗИ отлично применил. Но у этой команде определенно преимущество именно в этой игре уже сложилось. Три раза убили. Пытается понять, что делает этот чувак. Также видит засевшего. Молодец. Король трех отдач. Видимо, столько набрал, что можно и третий раз отдачу использовать. Наверняка у него сейчас получится его убить гранатой. Нет. Блин, это было бы слишком круто, видимо. Музыка нас прям подготавливает к этому. Ну все. Осталось его убрать уже совсем чуть-чуть. Туда ушел. Сейчас прыгаем. Да, немножко с управлением действительно иногда возникает проблема. Вот он здесь рядом. Осталось совсем чуть-чуть. И молодец. Все, четвертый раз. И остался пятый, если это цель. Или, ну, по времени они и так. Еще это довольно много времени, так что... Мне кажется, вот он сейчас и уберет этого пятого. Все. Победа. 32 убийства, 10 смертей, 68 счет. Потрясающе все выполнено. Потрясающая победа. Все отлично сделал. А, поздравляю его с таким отличным матчем. На самом деле прислал великолепный матч. И также я напоминаю, что присылайте теперь матчи по одному, не надо много. И если вдруг случится обновление, то передавайте его заново. И, ну и храните его, конечно же. Все правила я уже пишу в описании. В общем, надеюсь на вашу помощь и поддержку в этом плане, потому что все-таки вот у меня не получалось долгое время их просмотреть, их записать, загрузить. И вот такая ситуация получилась, что у меня всего один матч сейчас находится, остальные я список вот уже сделал, они не получены. Их нельзя получить из-за нескольких обновлений и мультиплеера. Но на этом у меня все. Спасибо всем большое вам за внимание. С вами был Рома Лири, и до скорых встреч!